Всем добрый день! Сегодня мы с вами делаем еще одну великолепную омолаживающую сезонную маску, которая замечательно тонизирует увядающую, дряблую, морщинистую кожу. Если при этом расширены поры, то она стягивает поры, но... Еще раз, основная задача протонизировать, да, и это емкое слово, поэтому маска увлажняет, питает, подтягивает, разглаживает мелкие морщинки. И у этой маски еще очень хорошее свойство такое, то что она выравнивает тон лица. Это можно заметить буквально после первой процедуры, потому что кожа вот как будто бы начинает сиять. А если вы пройдете курс таких масок, то вы сами увидите, как у вас кожа уплотняется, в хорошем смысле становится более упругой и выравнивается тон лица, уходит мелкая пигментация. Поэтому берите себе на вооружение очень просто, очень доступно и очень эффективно. Эта маска состоит всего лишь навсего из двух компонентов. Это клубника, 2-3 ягоды, и это около 2 столовых ложек творожка. Причем творог выбирайте вы сами по жирности. Чем суше кожа, тем, конечно, лучше, чтобы жирность была повыше. Обезжиренный творог, но это не совсем то. Да, это насыщение кожи микро- и макроэлементами, но если кожа сухая, возрастная, то лучше брать творог более жирненький, скажем так. Наша задача смешать очень тщательно творог с клубникой. Я это делаю в блендере. То есть я вот думаю, будет заметно. И смотрите, какая получается приличная масса. Да, количество. То есть не надо тут прям вот заморачиваться, добавлять, я сделаю побольше. Нет, вполне достаточно. Причем вот этого самого десерта, это действительно вот десерт, который бы сам бы ел, да, но побалуйте свою кожу. Достаточно для того, чтобы нанести и на лицо, и на шею, и на зону декольте. И еще одна такая небольшая подсказка. Маску нужно делать не чаще, чем 2 раза в неделю. То есть напоминаю, что клубника, ягода коварна. Она содержит в себе фруктовые кислоты, которые оказывают такой легкий энзимный пилинг, что называется фруктовый пилинг. И при более тщательном, точнее, простите, при более частом применении, ну, кожа будет себя не очень комфортно чувствовать. Поэтому вполне достаточно 2 раза в неделю. Вот он, наш потрясающий десерт. Подвинут, вам не видно было, да? И смотрите, если творог у вас сухой, клубничка не очень такая уже сочная, да, вот этой массы вполне достаточно. Но если вы видите, что у вас масса получается суховата, а нам ее нужно будет распределять по лицу кисточкой или ватным спонжиком, то вы можете добавить либо молоко немножечко, либо сливки для того, чтобы эту массу сделать более жидкой и чтобы вам было комфортно. Кстати, у кого пигментация на руках, вы небольшое количество этой же маски можете спокойно нанести на ваши руки. То же самое на 15-20 минут смоете, удивитесь, насколько преображается кожа рук. Ну, до рук, конечно, сливки бы не мешало добавить. Так что вот такая маска. Берите на вооружение, делайте, и результат обязательно будет. Если вам понравилось это видео, нажимайте кнопку «Большой палец вверх», которая есть в описании к этому ролику. Если вам видео не понравилось, ставьте большой палец вниз. Но если вы хотите высказать свое мнение, похвалить меня, поругать или предложить новую тему к следующему видео, то оставляйте, пожалуйста, свои комментарии в описании к этому ролику. Если же вы хотите видеть следующие новые видео, но не подписаны на мой канал, то нажимайте на кнопку «Подписаться», которая тоже есть в описании под этим роликом. Ну а если вы подписаны, но по каким-то причинам пропускаете выход новых роликов или же наши прямые трансляции, когда мы с вами можем пообщаться онлайн, то нажмите, пожалуйста, на колокольчик, который находится возле кнопки «Подписаться». И тогда вы будете получать уведомления про выход новых роликов или же информацию о том, когда у нас будет ближайшая прямая трансляция.